про себя шепчу. Я тебя люблю. Ой, говори, нащихай ты. Грустно? Понятно, грустно. Даже, ну, не знаю, что. Ну, с вами-то я прям до последней минуты буду. Да, самое последнее. Самое главное, чтобы устроилась хорошо. Вжилась в эту жизнь. Всем благ, знаешь. Что все получилось у тебя. Все мечты твои сбылись. 1 июня. Нас не забывай. 1 июня будете меня вспоминать, прям вас с вами. Да, да. Вы, наверное, будете в квартире, да? Да, не знаю. 1 июня. Какие-то такой разговор получается. Ну так просто, просто так даже болтать. Что у вас женщина получилась? Жалко, чтобы ты жалко, что ты уезжаешь. Это я вот так снимаю. Я говорю, жалко, что ты уезжаешь. Со стороны, если эгоистов, нам жалко и не хочется. Но если знаешь, что ты будешь там счастлива, то не только за. Жирю же вчера обо мне со мной говорил, об Ане, об Артеме. Да. Еще одна пара, да? Да. Привык. Чтобы это второй твоей родиной стало, чтобы ты не металась, но и приезжала почаще. Не забывай, что ты русская. Хорошо. Может, когда выпьем, скажем что-то более красноречивое, а сейчас прямо ком в горле стоит, не могу ничего говорить. Скандал, хранитель твой, вот этот, всегда тебя хранит. Да он сразу нас свои, да. Всегда тебя хранит. До конца жизни он был с тобой. Все. А дети там Артеме тоже что-то купили и тоже им подарили. Молодец. Ладно, могу сказать, молодец. Ну, посмотрите, у кого мы в гостях. Когда-то меня провожали эти друзья. Наташа, Валера, Анечка уже все видели, с нами ехала. Вот мы у них в гостях, потому что по большой просьбе моего канала. Все хотят вас видеть. Мы в шикарном доме в Санкт-Петербурге, который они вот купили недавно. Вообще все тут очень шикарно. Сидим. Сидим такие, знаете, как говорится, семьей. Сейчас будем кушать. Винсент, я перевожу им. Но они, честно говоря, вот Аня у нас знает английский язык немножко. Сейчас будем отмечать, будем знакомиться. Да. Да. Вот, посмотрите, ничего с ними не стало. Как были, так и есть. Что Валера, что Наташа. Молодцы. Вот Никита наш, тоже взрослый парень. Женился. Девушка-красавица у него. Я нет, говорю. Чего говорить? А нет, говорю. Ну что? Ну что, мы сейчас тут, видите, Валера с Винсентом уже чокаются. Мы тут. Подожди. Подожди. К нам еще пришли друзья, Саша. Я не знаю. Лариса. Да, это у нас единственная, Наташа, наши единственные друзья здесь в Питере, которым вот мы действительно дружим. Давно дружите-то? Ну, уже где-то около года, да. Заревную. Знаем друг друга давно, да. Ну как давно, вот с Валерой. Года нет, но мы уже в Турцию вместе летим, когда. А, мы вместе в Турцию летим. Да, уже путевки взяли. Да, да. А куда путевки-то взяли? В Турцию. В сентябре? Да. Это в октябре. Ну, все еще сидим у Валеры и Наташи. Вот у нас есть друг Саша. Прекраша, жаль. Саша, смотри, я тебя снимаю по видео. Дедушка? А мы хотим тоже сделать селфи, она еще язык вытащила. Вот, давай. Селфи? Да. Полинку. У нас девочка Полина, очень хорошая девочка. Полины. Ой, такая хорошая. Все, уже спряталась. Ну вот. Но дети, они такие, когда. He reminds me the first time when I met Sasha. Видите, у меня зовут малыш. Да ладно? Ой, какая хорошая девочка. Да, малыш. Малыш? Да. А, по-русски. Язык покажи. Девочка маленькая, хорошая. Ой, какая красивая. У нас теплая компания. Все сидим, расслабились, смеялись до слез. Вот у меня. Все потекло. Воздушный поцелуй. Какая все раз? Она целует нас. Воздушный поцелуй, тетя, отправь. Ну, отправь. Воздушный поцелуй.
О, так. Сколько ей? Год и восемь. Ой, маленькая. А язычок? А зубки? А это, ёжика, ёжик. А у вас дочка или сын? Дочка. Дочка, да. А ёжика? А ёжика? Все уже выросли. Что-то она ёжика не делает. Нет, она выросла уже. Итак, Валера у нас с Винсентом уже друзья. Да, что же. А? Да. Да. Ну, а вы же не знали друг друга раньше. Нет. Все, теперь уже разговариваем, смеемся, шутим. Анят. Ань, ты пожалуйста, бумажку. Если хороший человек, что же шутить-то? Да. Нам очень понравилось. Да, очень понравилось. Да. Не, Винс супер. Винс, you супер. You too. Awesome. Супермен. Super guys, both of us. Yeah. Yeah. Ёжика показываешь? Нет. Винсент, это... Супер гай. Супер. Гай, супер я. Чувак. Супер чувак, Винсент. Супер чурак. 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 Супер чурак. Ей, о, I'm sorry. Yes, yes, супер чувак, Винсент. Супер чурак. Да. А, да. Мы идем в другой дом смотреть, красивый. Да? Соседям. Приберемся. Сейчас приберемся. Мы будем стоять на улице и ждать, когда они приберутся. Идем в другой соседний дом. В Санкт-Петербурге. К друзьям. Вон девочки наши. Carport. Good carport. Nice. Nice. Что ты запираетесь? Вот Валерыч. Вы не в России живем. Наташа, это наши ребята. А Винни, ты Винни, из Санкт-Петербурга. Винс, это my house. Так, это его дом. Наташа с кошкой, Лера без кошки. Винсент. Винсент вообще в порядке, столько бьет, столько ходит, все хорошо. Он да, вообще молодец. Он сильный парень. Good. Good. Good, good. Это my house. But your house, awesome, okay. Такие ребята в России классные все. У меня голос пропал, смеявшись. Валерка, посмотри, у меня голоса нет. Да мы с тобой всегда смеялись. Мы так, помнишь, как мы на балконе у Влада ржали? Да, всегда смеялись. Вот это было незабываемо. Это котельная, просто котельная. Мне очень нравится эта система. Я тоже хочу ее поставить ее на зиму, на следующую. Это котельная. Фернес. Это же кол? Кол? Это уголь на угле? Нет, нет, нет. Пилетный котель. Нет, 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 нет. Это пилеты. Как ты объяснишь пилеты? Нет, я не знаю, что это. А покажи, пилеты. Какая штучка там. Просто... Саша, вот. 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 Автоматика. Автоматика. Скажи, как сказать автоматика? Автоматик. Yeah. Yeah. А, да? Так просто? Автоматик? That's really good yeah. Idea. Автоматик. A lot of people это? Много слов очень похоже на телефоне. На телефоне. Скажи Wi-Fi на телефоне. Wi-Fi? You do it Wi-Fi? На телефоне. Yeah. Да. Nice. Yeah. Да. Nice. Он такого не слыхивал. Да. Сюда засыпаешь вот. Yeah. Hopper. Hopper. Вот сюда, да. Yeah, you put that here. Вот сюда. Chips. Вот так. Вот смотри, Наташ. Да, вот да. Вот сюда засыпаешь и хватает где-то на... ну, может даже не подходить на неделю этих пилетов. One week it's enough. One week? Да, засыпал, все, и уехал. Do you have that? Да, в Россию, у тебя тоже такое есть? Нет, у меня будет такое, he я want хочу. To put that. That's awesome. У меня газ. Он говорит, очень классно. У меня сейчас газ, газ нет. У меня баллоны, баллоны. Now he have a gas. Да, вот они. Two chips, two chips. Сюда? Yeah. Да. И здесь пошло. Nice. И здесь like пошло. Да, да, о, губ вообще, супер. Окей. So you understand? Yeah. Okay, good. Of course, I know that system. Because I don't. That's a really good system he has. Really good system. У вас какая хорошая кухня. У вас красивая как кухня. А? И у всех магниты. У всех магниты красивые. Вот Марина, вот и дочь с этим. Дочка и Илья. Yeah, I like it. Furnace. Furnace, good. А это вот девочка, это да? Да, дочь родилась. Отстань, пошли наверх. Все. Наверху мне тоже поздно. У них есть перила. Раз пригласили, значит поздно. А вот здесь я ставил потолки. Вот это все я. Вот эти у них какая Массандра. Это Массандра прям. Не обнимайся же. Да. Саша, там у тебя... Все я делал. Это ты все делал, потолки, да, все? Да, все я делал. Вообще все, вообще все. Это бахрум, наше бахрум. О,
вот это выход. Так, это у них, просто зал. Ну, просто, да? Не зал, а просто комната, это как гостевая, наверное. Здесь была детская. А, у них раскладывается. Да, да, да. У нас-то диваны ни одни не раскладываются. А почему? У нас даже внизу раскладывается, это у них тоже раскладывается. У нас глупые диваны. Малыш, малыш, тел, белыш. Сейчас я зову. Малыш. Малыш, малыш. Малыш. Малышка. Tell me he's got a hotel. У него, говорит, просто отель. Мы так живем. Это у них такая ванна. А где у них душ-то? А ванны-то самой нет? Лора такая, ты слышишь, понимаешь, кровь сфрумляет. Я не могу, я ржу. Скорости света. Ты не понимаешь вообще. Ну не будем. Ладно. Полы красивые очень. Все хорошо. Не, ну люди живут. Когда люди живут, не может быть. А потолки-то кто делал? Кто делал? Все делал. Валера, make all these ceilings. You? Да. You? Такой, you? Приедем, кого поставит потолки. You're coming to USA. Do it for me. Он говорит, сделаешь для меня. Конечно. Не проблем. No problem. Because we need new ceilings. Мы будем его встречать с потолками на горбу. That's really nice. Саша, не уходи, ты хотел. Прямо. Мы будем встречать, как что это за доски выезжают. Шар, да. Наташа, иди сюда, я ничего не понимаю, что говорить. Да, все, Наташа, иди комнату. Окей. Что он говорит? Он говорит, что за потолок это? Это есть натяжной потолок. This is what he making. Да. Он есть из зеркала. Он такой, мне нравится. Ну, я тебе могу сделать. Да. That's what they make. They making that that ceilings like that. That's really nice. Yeah, that's that ceiling what we have. They make it warm and the ceiling is go like this. That's cool. Да я могу вам сделать. Он говорит, я никогда такого не видел. That's nice. Да, это вот есть, это называется глянец. Да, и глянец. Он как зеркало, скажи ему, как зеркало. It's like a mirror. Yeah, I know. It's like glass. Yeah. Like glass. I like. Я легко вот вам сделаю вообще. Yeah. Весь дом. Как ты нам легко что? Делаешь? Да легко. Да я у них на первом даже. У вас есть же там газовый баллон? Ну что, не ходи. Пушки есть? Нет, пойдем вниз потихоньку. А, сходи, приберись там, мы тебя заберем. Я сделал. У вас есть газовые баллоны? В Америке есть газовые баллоны? Где? В Америке есть газовые баллоны? Да. Пушки есть тепловые? Пушки? Пушки тепловые. Понимаете? Какие пушки-то? Короче, я тебе покажу. Пойдем, полюсим. Вот. Я могу здесь, ты мне пришлёшь размеры, я сделаю, и, господи, когда поеду, поставлю вам. Ерунда какая. Саша, у нас уже потолки готовы. Он может даже, потолок взять своим портретом. Russian, русский пор. Любую картинку, да? Скажи, может, фотографию, Саша. Чё ты, Саша, ничего не говоришь у нас? А он не может. Всё классно. Всё классно. Даша, он первый раз такой нормальный всегда. Он, знаешь, мы всегда пьем вино, а он водку. И он всегда трезвей нас. Зато Винсон классный, правильно? Наташ, я могу тебе за потолок сделать. А говорю, мальчик был. Винсон сидел у вас. Супер. Супер мужик. Awesome cool. Awesome. Awesome. Awesome это классно. Классно. Все, пошли. Аккуратнее, не уходите. Make this. Awesome. Давай. Давай. Супер музыка. Пойдем. Ой, мы так хорошо гуляем здесь. А кухня такая классная у вас. Там она нормальная, там они не гоняют. Да? Ой, какой красивый котик-то персидский. Не персидский. А какой? Экзот. А морда как у персидского. Сидеть. Садись. Сидеть. Давай раздеваться. Сидеть. Давай, кофточку поднимай, ручки подойдет. Люсенька, мяу-мяу. Да. Аня, переведи. Это Люся ее звать? Люся ее. О, very nice. Анечка сидит у нас скромно. Не соглашусь. Скажи, потолок понравился там? Ну, я не знаю. Upstairs. Так, я тебе говорю, я вам могу поставить. Саша, на полу В гостях. У самых дорогих людей.
Так хорошо. Наши мужички подружились. Теперь части от машины пересылаются. Потолки у нас делаются. Все налажено уже. Мир, дружба, жвачка. Да, да, да. Гуляем. Да, сколько лет, сколько зим? Нет, 10 лет и 10 зим. Да, больше, да. Мы 11 лет. Да. Вот у нас самые дорогие друзья. Наташа, Валера, Наташа, Саша. И все Наташи. Три Наташи, все друзья. Давай. Что? Ай! Сейчас, подожди. Форест Гамп. Ну, в теннис играть не умеет вообще. О! Супер! Помнишь, как Илья такой? Да мы тебе сговорились, что ли? Помнишь? Ты говоришь, да, поиграй, я устал, да? Помнишь, нет? Ничего себе! Винюша! Ну, так вот, я чего? У меня что-то еще вообще говорит. Да, ты говоришь. Винюша, shame on you. Shame on you. Это что? Я говорю, позор тебе. Shame again? Ничего, 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 сейчас уже играется. Ой, не знаю. Так, ну, вон, что-то. Супер. Вообще в порядке. Я от того полетел. Да, вообще. Я, честно, думал, что вы не нашли. Тун-тун-тун-тун-тун. Ау! Аня. А что, тут тренируешься каждый день, что ли? Нет. О! Скор! Наташа, тебе нравится? Вообще. Мы тут болтаем. Грустно будет уезжать, да, тебе? Наоборот, мы еще приедем. Конечно. Да, вы почаще приезжайте, а то приезжайте летом. Поедем отдохнем. Так нет. И опять приедем. Опять приедем. Слышь, Наташа, приезжайте летом. У нас здесь озеро. Валера, зайди там, пожалуйста. Да, сейчас, сейчас. Оп, оп. Наташ, у нас здесь озеро. Слышь меня? У нас здесь озеро, единственное, стадо бедегустация, разрешено купаться. О, да? А, да, тут 4 километра. И прямо, очень оборудовали, оборудованный пляж. У нас ни в одном озере купаться нельзя. Да, нет, их надо ни в одном. У нас же нет зимы, у нас же им там надо зиму, палочка. Тут только тут в этих озерах нельзя купаться. Зайчик, тут репар сегодня. А ты скучаешь по Волге? Ну, когда я скучаю, я приезжаю. Вот приехала. А, это, да, снег, вот снег. Морозы, ну, снег. Ну, мы видели снег в Нью-Йорке. Ой, да, это. Ну, это было в 2009-м. Ну, это не тот снег, Наташа, который у нас. А? Он не белый. Да нет, нет. Он красный. От грязи, что ли? О! Винсент, you know how to play. Дай мне поиграть. Профессионал! Кстати, наверное, не съешь? Нет, попробуй. О, that's not good. You gotta give it all the chicken to food. It's good. Это больше много. Да, ладно. Я тоже играла от завода. Наша молодец. Давай. Наша. Да. Зайчик, а ты что пьешь-то там, я что-то не поняла? А? А полиграф Маша играла. Да, на заводе мы играли, у нас был компетишн. Крикут, я вообще не изменилась. А как я разница? А что она должна, да? Хоть внешне хоть бы изменилось. Даже выше. Как бы без зубов приехала. Без волос. You play? Yeah? Yeah, play. Да я.
Так сказать, Наташ, это все для меня они слабые все. For him we are very weak. Yeah. Wow. Professional. Да. Да. For you too. И вот у тебя тоже слабые. Вот, Саня, Саня. Саша, да. Саша, да. Нифига тебе! Нифига тебе! Да, можно? Полиграф Маш. Ну что, мы уезжаем, мы сходили в гости, мы ждем такси. Да, да, потому что их зажгли вот камин, у Наташи и Валеры камин такой шикарный. Слушаем песню Элтона Джона. Винсент балдеет, сидит. Ему все понравилось. Но очень жалко, да. Был один всего лишь день. Полдня, можно сказать. Насмеялись так, что у меня пропал голос. Саша. Садовому Саша. Да. Но мы все время как собираемся, так смеемся до слез. Да. Я жду. Давайте, звоните. Нет, Валера вызывает нам такси. Мы сейчас поедем уже домой. Да, хорошая, да, песня. Да, да. А это из «Короля и шута». Ой, «Король лев», «Король лев». Как называется? Мультик. Мультик. «Король лев». Нет, мультфильм по-английски. «Lion King». «Lion King». Ну что ты сделал? Пап, ну ты сел на... «Король лев». Ну, быстрее, там «Король лев». Ну ничего страшного. Я не могу. Тебе нравится этот мультик? Конечно, это мой самый любимый мультик с детства. Да. Винсент! Винсент! Уилсон! Уилсон! Все его звали Уилсон там. Помнишь мультик с Том Хэнксом? Помнишь фильм с Том Хэнксом, где он кричал мячику? И я сказал ему Винсент, и все подумали Уилсон. И начали ему кричать Уилсон! Мне очень понравился. Ну да. Хороший он у нас. Валера, like you. I like really. А, он говорит, я люблю, мне понравился Валера тоже. Сидим с Анечкой, вот видите. Маленький пиндосик. Переведи, пиндос. Сейчас нас обзывали пиндосами. Переведи. Ну вот так поржали просто. Вот по Таллинскому шоссе вы если едете, да, сразу всего въезжаете. Там слева, жалко, конечно, один день всего, да? Вот так. Будет церковь большая. 10 лет и один день. Вот, да. Один на день, 10 лет. Вот, там, это что? И там, да. И самолет, мы на Сапсане полетели. А, нет, из Москвы тогда. 17-го? 18-го. А, да. Чего смеете? Я его выпроводила. Чего? Но Винни смеется, что папа выпроводил. Потому что он смеется очень сильно. Скажи, что переезжал к нам почаще. Винсент, he wanted you come more often. Oh, yeah. Очень. Have me here all the time. Приятно. И он смотрит на тебя, хочет обнять. You look at her, very beautiful girl, oh, right? Oh, she's awesome. On the pictures, yeah. Yeah. And mama, pretty too. Mama, pretty too. Mama, ты как это все? Все мама поняла. Ну все, давай.
чума. Я тебя люблю.